Kārtīgi saplausus ovāciju. Paldies par jūsu aplausiem, tāpēc, kad šeit uz Origo skatos šodien notiek brīnišķīgs koncerts, kurš saucās Dziesmu tilti. Starp tautībām, starp tautām, visi tie, kas mēs dzīvojam Rīgā, kas ir mūsu pilsēta, mēs visi tiekamies šeit un dziedam no sirds uz sirdi. И в этот замечательный, такой, посмотри, солнечный вечер, в день рождения нашего города, в праздник города, я думаю, что это настоящий подарок нашему городу и настоящий подарок всем, кто сегодня пришел на... к этой сцене. Да. Которая самая лучшая сцена в городе Риге? Еще раз, кур лабака скату Рига! Спасибо вам большое, потому что этот прекрасный праздник Рижская дума вместе с торговым центром Ориго устроила для нас в течение трех дней вчера, сегодня и завтра. Я, этот рейден мэсси усвисвал с агайдом. Uz 12, jo šeit būs atkal dziesmu tilti. Šoreiz starp paudzēm, starp bērniem, pieaugušajiem un senioriem. Nu, naš koncert ešte nezakančivается. Ničo, ničiem nezakančivается. Prekrasnē vrēmē, prekrasnē parā dļa nās vsēch. Jo tagad nedaudz skatuva tiks pārbūvēta, lai mēs arī nobaldītu kādu vienu skaistu burvīgu orķestri. Да, сегодня наш концерт сегодня заключит один из самых прекрасных. У нас все прекрасные оркестры, но в этот раз концерт, как всегда, будет заканчивать. Мы потом скажем, кто. Я смотрю, что у тебя в руках флаер. Я, я сгребаю, потекнем с того, как... Ir, mēs pēc tam vēl, kamēr orķestrs spēlēs, mēs padalīsim flajerus, kuros jūs varēsiet redzēt un izlasīt to, ko svētku rīkotāji jums ir sarūpējuši šajās dienās šodien un rīt. Un ticiet man, tas ir ļoti, ļoti daudz flajerus no abām pusēm ar karti. Да, замечательно, потому что с картой действительно это очень полезно, потому что оказывается, что если вы сделаете шаг вправо или шаг влево от этой сцены, от самой лучшей сцены, да, то вы попадете все равно в замечательный волшебный мир праздника города Риги. Я, он позгалованный, скажу, что один сабедрийский транспорт Риги спился до курса без Макса, что один он рит. И я думаю, что это очень хороший подарок для вас всех. Итак, большое спасибо Рижской думе за то, что позволяет нам в праздничные дни пользоваться общественным транспортом бесплатно. Аплодисменты! Знаю, самые большие аплодисменты – это вам, и это нам, те, которые на сцене, и те, которые вы сидите здесь, потому что мосты между нами – это то, что нас соединяет, что мы друг друга познаем. Tātad aplausi jums, dargie skatītāji! Un aplausi mums! Kuri pat labākā skatu Rīgā! Origo! А я хочу сказать, что и вчера, и сегодня, и завтра для вас вели и будут вести этот концерт Арнис Мелтинч. Un Marianna, kā vienmēr, arī. Я думаю, что в следующем году мы обязательно будем всех ждать тоже около этой сцены. Es domāju, ka noteikti, jo patiesībā, bet jebkurā gadījumā es gribētu pateikt to, ka rītu šīs skatuves uzstāsies brīnišķīgi bērnu kolektīvu. Mēs aicinām visas ģimenes, būs knīpes un knauķi, būs momo, būs kolibrī, būs ļoti daudz visa kaut kā. Da, zavtrišņi dziņi, un būdīt možno skazēt, hoti un nazivājās paudzes, no v asnavnom būt дети и подростки. Да, и мы тоже будем вместе разучивать народные песни. Я думаю, что мы все завтра почувствуем то, что поколение – это именно то, что связывает нас всех здесь, возле этой прекрасной сцены. Bet, ну, uzskatavas ir izvietojies šajā šodien pats skanīgākais un pats jaukākais orķestris. Оркестр русских народных инструментов Садко. Руководитель Виктор Рокша. Вы знаете, такой оркестр надо встречать намного громче. Оркестр Садко. Оркестр Садко. Дирижер Виктор Рокша.
И первое произведение, которое исполнит наш оркестр, Пахмутова «Мелодия». Встречаем оркестр Садко. Садко, сагайдам. А если еще раз, оркестр Садко! Thank you.